Привет, дорогие друзья, привет, дорогие подписчики. Сегодня у нас распаковочка по ссылке с сайта AliExpress из Китая, которая находится патрон, так сказать, потолочный. Давайте посмотрим, что тут нам прислали, то ли, не то. Как мы видим, то, что я как раз имел в виду. И давайте откроем в таком вот пакете все. Такой беленький, симпатичный. Так, ближе покажем вам. Итак, давайте сначала покажу характеристики. Вот тут написано 6 ампер. Сейчас, чтобы вам было видно. Вот 6 ампер, 250 вольт. Также тут LED, то есть для светодиодов. Типа, ну, в принципе, думаю, для ламп накаливания. Вот, LED. И тут, наверное, на китайском что-то непонятно. Тут вот какой-то бур есть, отверстие. Но это, думаю, не критично. Но, в принципе, могли это и устранить. Вот такие вот у нас зажимы для проводов. Один косо как-то тут стоит. Но, в принципе, тут вот можно отрегулировать. Такие вот зажимы сквозные. Это очень хорошо, так как можно поставить с запасом, даже закрутить. То есть, если дернется что-то, мы предотвратим именно вытаскивание провода. Тут у нас что имеется? Вот такая вот. Все тут золотое такое. Ну, думаю, на 6 ампер как раз подтянет. В принципе, 6 ампер, 220 вольт. Это судите сами. Это 1 киловатт. Это очень большой запас. И думаю, в принципе, вот тут она пружинит, не гнется. Пластик тут довольно-таки тонкий, но прочный. Он даже не сгибается практически. Тут толстый, отверстие под крепление. Все стандартно, все очень дешево, просто и вполне надежно. Думаю, что стоит заказывать, так как, в принципе, и очень легко. Он при падении, думаю, не разобьется, так как вот все пружинит, все смягчает. И смотрится он очень даже неплохо. В принципе, пойдет на замену советским. Вот у меня сейчас даже покажу вам. Имеется вот такой вот советский патрон. Он, вот как мы видим, с такой вот. Тут внутри, конечно, все керамика. То есть тут вот то, что плюс, это при плохом контакте он будет греться и не будет ничего плавиться. Вот это, конечно же, здорово. И плюс тут вот откручивается. Ну, конечно, это советское качество, это бесспорно. Но, в принципе, как смотрится, очень даже неплохо, думаю. То есть за такие деньги это прекрасное приобретение. В принципе, на этом все. Пора завершать. Я с вами прощаюсь, хорошего вам настроения, желаю вам удачи, встретимся в новых видео. Кому понравилось данное видео, пальцы вверх, подписывайтесь на канал, все ссылки в описании, пока-пока.